Итак, поговорим с вами о материалах, которые нам понадобятся для рисования. Во-первых, это бумага. Обязательно нужно ее приклеить бумажным скотчем к какой-то поверхности. Это может быть деревянный планшет, либо просто стол, как вам удобно. Бумага лучше акварельная, абсолютно простая, А4 формат. Можно использовать А3 формат, если у ребенка есть уже опыт рисования. Баночка с водой. Кисти я рекомендую IKEA, но можно использовать абсолютно любые похожего размера. Это должна быть большая кисть плоская, круглая большая и маленькая круглая кисть. Если их будет больше, лучше, но не увлекайтесь слишком маленькими кистями. Также нам понадобится гуашь, 12 цветов и более, меньше 12 лучше не использовать. Гуашь может быть как в баночках, так и в тюбиках. Нам нужна также обязательно палитра, может быть любой формы. Может быть даже это не покупная палитра, а просто какая-то тарелка. Главное, чтобы это было удобно и чтобы она была белая. Вот и все.